Всем привет, ребят, с вами Дэмси. Сегодня мы будем выживать на карте, которую я нашел чисто случайно у себя в документах. Не знаю от кого она у меня в документах, короче. В ВК. Не знаю какого фига, ну давайте мы зайдем на эту карту, будем там выживать. Естественно, без Жени, поскольку Женя мы только карты проходим. А так как мы их проходим, это даже не прохождение, это издевательство. И так далее. Что ж, это суперплоский мир. Я играю на версии 1.5.2, потому что пиратский клиент. Жене нету лицензии, поэтому по пиратке играем. Карту создал Джокер какой-то. На этой карте нужно выживать. Ты можешь обыскивать дом, находить разные вещи. Слова в общем нет, ну ладно. Приятного выживания. Правило не ломать блоки, кроме белой шерсти. Играть на мирно, не использовать читы. Ну что ж, нам дали... дом. Большой дом, большую территорию, на которой мы можем выживать. Гараж 1. Гараж 2, в который так просто не зайти. Какой так просто не зайти? Бумага, судя по всему, это туалет. Ну ладно, ясно. А хотя, возьмем одну. На всякий случай, ну знаете, будем все коллекционировать. Я ее даже положу где-нибудь так, чтобы вообще... И играть я буду на нормальной сложности, естественно. О, где это зомби? Не, идите вы в задницу. Они наверняка в доме сидят. Лабиринт. Да, лабиринт это прям вообще. Ой, отлично. Ой, отлично. Сразу железная бронь. Круто. Кирка, палка. Ну, кирку мы положим сюда. Палки нам пока нафиг не надо. Зачем нам кирка? Деревянная, причем практически наполовину сломанная, если блоки ломать нельзя. Знаете, я туда не пойду пока, там тоже могут быть зомби. Поэтому давайте лучше обыщем место, где будем выживать, где будем жить вообще. Если территория этого дома... А давайте, кстати, посмотрим, какая территория этого дома. Вот мне самому интересно, от этого всего участка, какая территория. А нюкс, дайте посмотреть... Блин, я красавчик. Вот этот лабиринт, блин, называется. А, хотя нет, можно и так выбраться. Кстати, как я... Ну ладно, не важно. Хотел сказать, что у меня... Как, так как я сейчас восстанавливал комп... Ладно, скажу уже. Короче, у меня сейчас комп полетел, я его восстанавливал. Просто откатил версию винды. Точнее, не винды, а версию сохранения, которая была на винде. До вчерашнего дня у меня не запускался Windows. И все нормально. Блин, я свалился. И все нормально. То есть я восстановил комп, я думал, что капец, все хана, придется отдавать кому-то, делать его придется, не будет роликов, но нет. Вот же, комп, 120 FPS в игре, все отлично. Так, территория, знаете, территория небольшая. Но выживать здесь будет, я думаю, интересно. Хоть кому-то, может быть, интересно будет, как я буду выживать здесь. Тем более, ломать-то ничего нельзя. Так, не, я не рискну пока в доме идти, там могут быть зомби, но что-то их там не вижу, но ясно, я пока в дом не буду идти. Я буду... давайте я гараж осмотрю, что ли. Алло, тут паутины сколько? Шлем. Давайте еще шлем с собой возьмем. Крафт, ой, отлично, крафт, мы можем сделать уже хоть что-нибудь. Допустим, ограждение из палок. Просто для того, чтобы оно у нас было, мало ли понадобится вдруг. Алмаз, отлично. Сохраним, это нам потом понадобится на инструмент. Так, что ж, по сути это все, да? А ну-ка. Кстати, у меня было две версии этой карты. Была еще версия вторая, там еще один дом добавлен был. Стоп, а в тот гараж можно зайти? Просто что-то она у меня не устанавливается. Пишут ошибку распаковки, блин, архива. Пузырек опыта. Огненный шар и зелье силы. Это мы все куда-нибудь сложим, пока сундуки делать мы не будем. Так, это беспалевная яма, сказали же блоки не ломать. Здесь мы во всяком случае не выйдем никуда. Тут еще один крафт, кстати, прошу заметить. Но слизни реально дофига, я не знаю, что я буду делать, меня уже бьют. Алло. О! Рычаг, стейк. Да, жратвы нам надолго хватит. И сверкающий арбуз. Судя по всему, автор хотел сделать как бы арбуз, но сделал почему-то
сверкающий арбуз. Где он там? Потому что он как бы для зелья. Слушай, они что, в кладовке? Там написано кладовка. А как ты сюда проник, слышь, братюня? Не, я пока туда не буду ходить. Что-то там слишком все плохо. Так, это что, типа? Неизвестно что, ну давайте мы залезем сюда. Ага, на чердак. Чердак. Уголь, вот нам жареная свинка как раз. И уголь мы можем, я возьму отсюда. На факелы, на... точно на факелы взять. Что? Чердак, да. Ой, пузырек воды тут, давайте мы разделим. Как это так? Они тут стакаются, а здесь не стакаются. Спорим, too many items использовался. Too many items даже. Ладно, жрачку некоторую. А зачем нам рычаг? Ну пусть будет два, ладно. Ну и все, в принципе. Зачем еще стейки брать? Потом вернемся. Куча вещей опять. А, алмазный шлем, да. И ведро. Ну давайте одно с собой возьмем. Чувствую, я их там много увижу. Эй, а как мне выйти? А, ну у меня же есть рычаг, наверное, для этого. Это типа ловушка была бы спалена. Теперь эту кнопку можно... А, да, блоки не ломать. Кнопка тоже считается блок, поэтому ломать ничего не будет. Ой, ладно, давайте думать, с какой стороны лучше проникнуть в дом. Я не знаю. Давайте что ли с этой стороны, только у меня кирка. Ладно, будем киркой отбиваться. Пузырек нам уже не нужен, в принципе. Тихо. Какая-то дверь с кнопкой. Ой, меч, отлично. Так, все, это моя комната. Я буду здесь жить. Мне бы сейчас факелы сделать, это, в принципе, не проблема. Ну, давай отсюда, да. Факелы у меня всегда на пёрочке стоят. Вот здесь, где-нибудь вот здесь, вот здесь. Ну, еще вот здесь, а факелы дальше положим. Порох, наверняка для динамита. А пока давайте положим сюда все самые ненужные нам вещи. Ну, алмазы, естественно, нужны, но просто мы можем их потерять. Будут большие проблемы потом. Уголь тоже положим. Пузырьки воды, я думаю, нам пока без надобности, так как мы... Я вообще зелья не умею варить. Бумага пусть тоже поваляется. Палка. Ну, рычаг вдруг понадобится еще. Рыбка, забор. Ведро, кстати. Да. Тут же... А, да. Блин, с этого нельзя воду набирать, черт возьми. А где тогда... А! Ё-моё, тут же бесконечный источник воды. Что-то я туплю вообще. А тем временем день подходит к концу. К концу день подходит. Что же это будет? Капец, наверное. Порох мы тоже сюда положим. Рычаг на всякий случай в карман. Ой, ё-моё, тут скелет. Не, я в ту дверь не пойду. Идите вы нафиг, я потом проштурмую это здание. Не знаю, для чего там сделано, как бы, спаун монстров. Кладовка. Молоко. Пожалуй, пусть будет. Нет, тут никого нет. Гнилая плоть. Судя по всему, это как бы автор намекает, что это такое уже древнее мясо, и поэтому... Ну ладно, мы его оставим. Кстати, музыка играет очень классная. Жанни... Сегодня адекватными вещами пока нету. Это с одной стороны классно, с другой нет. Потому что поржать нельзя нормально. Но зато атмосферно. Мы выживаем в этом проклятом. Так, я не нужно. Ай, блин, ладно. Если в этом коридоре кто-то появится, потому что тут относительно темно, я буду за это отвечать. Кстати, там есть крафт? Нету. Блоки сказали не ломать. Тогда нам нужно найти доски для крафта. Пойдемте искать доски для крафта. А где нам их искать? Давайте в этой части дома. Нет, тут никого. Тут, в принципе, броня хуже, чем у меня. Ой, ё, сколько их там. Ой, божечки. Что у нас тут? Ванная, типа, да? Ладно, покупаемся. Блин, мне автор подставил. Я думал, там ящик. Точнее, сундук, я решил за ним полезть. Нет, я там спать не буду. Ну их там капец сколько. Да идут они в задницу. Они ведь и здесь могут появиться. Да, кстати, с большой вероятностью могут и здесь появиться. Ладно, утром пойдем убивать свиней, а потом
попытаемся как-то замучить эту, я не знаю, стаю. Просто, которые будут мешать мне все время. У меня мало шансов против них, тем более это же я. Все, спим, нам тут ничего не мешает спать. Что ж, первый день прошел, в принципе. Мы сохранились. Все хорошо. Вылезти бы только. Да? Для чего тут деревья, если их рубить нельзя? Типа как декорация только. Так, ладно, идем мочить свиней. Как вылезти отсюда? У нас есть ключ. Ой, боже, сколько вас тут. Ой, боже. А мне вообще не жалко своего меча, я так понял. Сам у себя понял. Точно, нужно эти кубы позбивать. И сейчас рукой, чтобы меч сэкономить. Они же с одного удара убиваются. Так, большие на помощь спешат. Главное больших завалить, а дальше уже проще будет. Кстати, там есть халявное мясо, типа этих коров, овец. Ну, а овцы мясо не дают в Майнкрафт. Ну, ничего. Нам и этого хватит. Главное, что мы отбились от стаи этих слизней. Все, фух. Опыт пособирать бы. Да, что-то я не экономный вообще. Нужно было... Ну ладно, короче, идем коров мочить. Нам, в принципе, знаете, дано... То есть можно выбираться за территорию этого как бы дома. Но я не хочу тут долго бродить, поскольку... Кстати, давайте мы сейчас реально овечек цапнем. Иди сюда. И вот такую вот еще, чтобы с разной шерсти было. В принципе, можно забить и рукой, поскольку у нас нету другого меча. Я думаю, это минус карты, поскольку у нас один меч. Один на все. Да пошел ты, проклятый слизень. Все, выбираемся отсюда. Пузырек опыта мы как-нибудь потом на что-нибудь еще оставим. Меч мы уже истратили больше, чем наполовину. Пузырьком опыта мочить. Пузырьком опыта. Тут была кнопка, но у нас же рычаг уже есть. Вот, может, для этого надо? Как бы. Здесь ничего интересного пока нет. Давайте. Вы слышали? А, блин, я уже испугался. Блин. Что за фигня? Жители или что-то типа такого? Двери открывают? Этот урод плиту открывал. Офигеть. Я думал, жители. А какие жители, если мы тут одни обживаем? Так, у нас есть шерсть, там уже сундука не хватает. Надо что-то уже думать. Надо где-то доски найти. И, кстати, да, и печку надо как-то сделать будет. Ой, вас там, ребята. Не-не-не, я пока туда не пойду. Тем более у меня уже меч истрачен практически полностью. Знаете, как потрачено. Потрачено у меня уже. Может, в кладовке есть что-либо? Нет, нифига. И как же мне их убить? Если... Нельзя ломать блоки, камня нигде нет. Может, здесь что? Что-нибудь есть? Нет. Был бы сундук какой-то. Может, на второй версии карты как бы автор пофиксил все эти... Ой, блин, пофиксил все эти минусы. Ой, блин! А, это житель? Слышь, братан. Ладно, у меня сейчас другие дела, я уже понял, там жители. Если там жители, то там как минимум нет зомби, иначе они бы их убили. А что жители делают в каком-то люке? Что там такое, прям интересно. Но я пока туда не пойду, я сейчас... Может здесь? Вот печка у нас, да? Здесь можно... Ну давайте здесь. Пока сделаем. Это на всякий случай, пусть дополнительная еда останется. О, так мы на крышу можем залезть. Хорошо. Тут у нас, как бы, автор намекает на то, что, я так понял, старое здание осыпалось уже и так далее. Как вы знаете, бывает такое. Старое здание не обычно так и делают. Я бы сказал, гниют даже. Просто осыпаются. Что ж у нас там... мяском. Вот эта доска для чего она стоит? Чтобы срубить, что ли? Если бы автор сказал не рубить
основную часть карты я бы не рубил, но все равно. Блин, ну как, подождите, правила прочитать еще разочек. Мне не очень ясно там кое-что. Если он говорил не ломать блоки, как же мы должны вообще выживать, если нам нужно дерево там? Не использовать щиты, не ломать блоки, кроме белой шерсти. Ага, значит, белую шерсть можно стопудак ломать. Давайте идем ломать белую шерсть. Белую, это не белая шерсть. Вот здесь сломаем просто шерсть. Нам блоки понадобятся в любом случае. Я декорацию карты ломать не буду. Ну, в смысле, ломать... что-то добавлять. Кстати, он говорил что-то о том, чтобы ставить блоки. А ну-ка, 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 ну-ка. Обыскивать дом, находить разнообразные вещи. Так, ясно. Не ломать блоки, кроме белой шерсти. Значит, ставить блоки можно. Все хорошо, спасибо тебе, автор. Значит, мы можем в любой момент поставить блок, куда нам захочется. У нас блоки, к сожалению, ограничены, только 8 штучек. А, нет, у нас там еще в этом... В сундучке есть еще две шерсти. Ну, в принципе, нам и этого хватит. Забор у нас есть никому не нужный. Это типа гардероб, да? Ну ладно. Я бы его... Блин, ну я хотя бы доски бы собрал. Так, что ж, братва. Сейчас я к вам пойду, сейчас только выложу вещи. Блин, забыл мясо пожарить. Ай, черт. Тут печка где-то есть рядом? Подождите, печка у нас была... Вот здесь вроде печка была, да? Нет. Где же печка была? Я помню, там... Кроме этой печки еще одна была. Ой, не то. Что с инструментами делать, я не знаю. Давайте с этой стороны проберемся, что ли. Ой, ё-моё! Да вас там капец! Я сквозь дверь буду вас бить, точно. Крипер, он в паутине. Скелет! Так, тут только зомби активен. Блин, а что делать? У нас же... Песок. Так, давайте так поставим. Game rule. Да, давайте действительно поставим. Game rule. Mob. VFIN. False. Давай, взрывайся. Он в паутине не может взорваться? Ай, блин, зомби. Он в паутине не может взорваться. Ё-моё! Крипер! Ай, ё-моё! Фух! Тебя мы убиваем. Крипера убить бы. И все. Да на, умирай. Все, отлично. Удочка, ведро и кремень. Это все? Да ладно. Подождите, тогда для чего нам это, если мы сейчас эту территорию осветим, и никто не будет появляться? А смысл? Стоп, так смысл есть, у нас есть дроп. Мы можем все время дроп собирать. А с зомби выпадают разные вещи, поэтому это такой намек. И как я понял. Пузырякоп, это удочка, мы можем рыбу ловить. Отлично. Молоко бы сюда, порох и гнилую плоть, ну и кость. Кстати, если нам автор не запрещал ставить блоки, то нам нужно найти где-нибудь блок земли. Хотя бы один. Я уже могу что-нибудь выращивать. Так, ладно, пока мы туда не пойдем, это, знаете, на потом пусть будет. Но во второй серии пойдем. Давайте сейчас лучше... Зайдем в домик. Попытаемся тут... Ну, блин, если бы можно было блоки ломать, я бы сейчас
паутину всю снес. Я же здесь живу. Для комфорта, в принципе, можно поставить что-либо. Кстати, да, запасной брони у нас нету. Ну, давайте для комфорта поставим заборчик. Сколько-то там заборчика где-нибудь здесь. Ну, где поставить? Кстати, опять у нас закат. Где бы заборчик-то поставить? Нет, где-то на улице надо поставить. Или вот здесь, чтоб не обязательно было заходить и гасить всех подряд. Потому что они могут нас убить. Надо как-то для удобства. Как-то для удобства так вот продумать все. Заборчик нам бы пригодился, знаете где? Я думаю. Нет, здесь опасно его ставить, я потом его не сломаю. Так, чтобы поставить и забыть. Вот здесь могут слизни перепрыгнуть, в принципе. Хотя, нет, у них это не получается. А, да, кстати, за листвой что-то может быть? Она у меня прозрачная? Подождите, быстрая графика. Детальная графика. Да ничего не изменилось. Вроде прорисовано лучше. Короче, я не знаю, куда ставить забор. Пока нам вроде как все нормально. Нам бы сейчас факел сюда поставить. У нас просто ограниченное количество факелов. Я не хочу рисковать. А, кстати, да. Стоять. Бумажку забрать. Вот если бы все эти сундуки можно было собирать. И... Ой, ё-моё, как ты сюда пробрался? Если бы можно было все сундуки собирать... Те, которые с бонусами, ну, типа, как, с скрытыми такими вещами. То я бы уже себе сделал. Как они сюда пробираются, мне интересно. Осветить надо. Или забор поставить. Они как-то перепрыгивают. Скелет-наездник? Да-да, скелет-наездник вроде как. И ладно, я думаю, ночью нам делать нечего. В принципе... Поэтому давайте пойдем спать. На этом завершим серию. В следующей серии пойдем в подвал. Точнее, не в подвал, а в этот. Залезем в люк. Мне показалось, там мне показалось, что скелет стоит. Залезем в люк и смотримся там. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И предлагайте другие карты. Как для прохождения с Женей по кооперативу, так и для обзора. Ну и для выживания. Всем спасибо, всем пока.